Ударяешь, типа, понял? К нему ты не можешь его ударить. Потому что почему-то непонятно почему. А такое на аренах часто, кстати. Не только там. Когда скиллами бьешь. Тут со скиллами именно вот эта беда. Да, да, да. Тут даже когда Кмоу, блядь, вот я в этом дался, ну, в этом. В Камалоке соло. Он даже подбегал, ты жмешь скил, нажимал, нажал скилл, блядь, он. То, блядь. Даже не реген. Ну, хорошо. О! О, это вдруг там опять какой-нибудь некр, блин. Не, вот самый пиздец, это когда эти, блядь, появились. Артейки. Когда артейки магически появились, ебанутые. Это пизда, это просто. Весь бой вот проходит все. Сколько там, 5 минут, блядь. Тирчук. Она постоянно в инвизе. Одну тычку даст, и все, и она постоянно в инвизе. Потом, после этого вроде как-то понерфили. Не знаю как. А, сейчас там какие-то талики, хуялики, блядь, с КД. 30 секунд, нахуй, вечно с инвиза выводят, что-то, короче. Какая там дрочь сейчас вообще на мейне творится. Так, это меня Топило. Пробили. Не где стрелять случайно? Ух так. Ручка. Бахну. Станы, станы, на стане, блядь. Не, это все, это тут проигрыш. Тоже не дестройер.